Не опасно ли нам быть твоими подписчиками? Ну, я вам так скажу. Ассаляму алейкум, брат, скажи, как ты относишься к чеченцам, которые воюют на Украине и называют себя ичкерийцами? Являются ли они частью той Ичкерии, о которой ты говоришь? Есть ли разница? Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Я сразу хочу ответить на этот вопрос таким образом. Во-первых, я сначала отвечу, являются ли они частью Ичкерии. Частью Ичкерии является любой чеченец, любой. Вне зависимости от его там, религиозных взглядов или там, каких-то иных взглядов, не считая политических. Частью Ичкерии является любой чеченец, который ассоциирует себя с Ичкерией. То есть этот человек является частью Ичкерии, он гражданин этой страны. Вне зависимости от того, хороший он, плохой он, грешник он, праведник он, на правильной анакиде или не на неправильной анакиде, как бы там ни было, пока этот человек ассоциирует себя с этой страной, он будет частью этой страны и будет частью Ичкерии. Исключением являются, конечно, те, которые сами себя не ассоциируют. Это уже зависит там, от их политических где-то взглядов. А что касается этих людей, которые находятся в Украине, то здесь там совершенно разная публика, то есть это разные люди. Я не могу сказать по поводу них, там, правильно ли они поступают, неправильно они поступают и так далее. Но безусловно, пока они себя ассоциируют с Ичкерией, они являются гражданами этой страны. Вот. А поддерживаю ли я, не поддерживаю, я не могу тебе на этот вопрос ответить, потому что там нет конкретно, во-первых, нет конкретно одной группы, во-вторых, нет конкретно озвученных каких-то целей, программы, конкретного знамени. В общем, мне сложно об этом говорить, поэтому я как-то пытаюсь, ну, не сказать, что я нейтрален к этому вопросу, просто я пытаюсь пока отходить от того, чтобы как-то комментировать эту тему. Саляму алейкум. Я думаю, вопрос очень важный. Сейчас молодежь Кавказа занимается боями ММА. По-твоему, выступать там и представлять нормально для человека, который считает себя мусульманином. Представлять, ты, наверное, хотел сказать Россию. Если представлять там Россию, это, конечно, ненормально. Не только там вообще, где бы там ни было, представлять Россию, это ненормально. Вот, выступать там тоже, конечно, я это не поддерживаю. Эти бои. Ну, все, пожалуй. Ассаляму алейкум, арахматуллах, брат. Почему ты себя снимаешь? Изображение живых существ строго запрещено нашим шариатом. Ва алейкум ассалям ва рахматуллах ва баракату. По поводу цифровых изображений есть разногласия среди ученых. Это первое. То есть я придерживаюсь мнения тех ученых, которые не считают цифровое изображение изображением, являющимся запретным нашей религии. Это первое. Второе. Даже те, которые считают это запретным, даже они дозволяют это, если в этом есть польза. А сегодня в этих, ну, в этой нашей деятельности есть не только польза, есть необходимость. Поэтому даже в этом плане это является дозволенным, иншаллах. Алейкум ассалям. Да, боями я не интересуюсь, сразу скажу, эта тема меня не интересует. Это знаете как, вот я музыку не слушаю, но я слышал, да, слышу какие-то песни, и, то есть это разные вещи, слушать и слышать. То есть я, например, не слушаю музыку, но если мне скажут, ты там можешь, знаешь песню «Позови меня с собой» Аллы Пугачёвой, я скажу, конечно, я ее знаю, хотя я не слушаю музыку, но эту песню я слышал. Поэтому таким же образом боями я не интересуюсь, но многие вопросы этих боев, как бы, бывают, я бываю в курсе этих тем, как, например, вот эта вот стычка, которая там была вчера или позавчера. То есть такие вещи как бы не обходят меня, конечно, стороной, я бываю в курсе. Я бываю также в курсе, кто там проиграл, кто там выиграл.
Но я этими вещами не интересуюсь. Кстати, вот это сразу же следующий тут вопрос идет. Как ты относишься к недавнему инциденту Хабиба и чеченца? Сюли ударил чеченца, то есть Хабиб. Здесь говорит, во-первых, не нужно это подавать в такой форме, что там, подчеркивая национальность одного, говоря, что там, это уже вот, это ты в самом вопросе, ты хочешь там такой какой-то межэтнический туда, какой-то конфликт в него вложить в этот вопрос. Хотя это вообще не межэтнический вопрос, это вопрос, просто один оскорбил другого, там была потусовка. И, в общем, это такая бытовуха, абсолютно самая обыкновенная. Не нужно туда вот какой-то смысл вкладывать сейчас и пытаться вывести это на какой-то международный уровень. И по этому поводу уже откомментировался Тухугов. Он сказал, как там стояли дела, он вроде бы поговорил. В общем, это ситуация, где эти ребята сами там разберутся. Нам не нужно в эти истории лезть. Это настолько обыкновенная вещь. Они там друг другу морды бьют в этих клетках, понимаешь? А то это был всего лишь инцидент. Они там разбивают друг другу лица. Поэтому это гораздо страшнее то, что они делают там в клетке. Слово «морды» сказал, не в тему, но я прошу прощения, лица. Этот ислам, я бы не сказал, что он чеченец, но, знаете, про него написано, что он чеченец. Так, давайте, я не знаю, не могу копаться в его там, генеалогическом древе, понятия не имею. Знаю только то, что вот люди о нем знают. Почему попросил убежище у кафиров, говорит, а не поехал в любую другую исламскую страну, спрашивает Джейхон Боб. Джейхон Боб, ты, если ты задаешь такой вопрос, то ты, наверное, ну вообще ты не в курсе ситуации в мире. Ты, наверное, не знаешь положение тех самых исламских стран, о которых ты говоришь. Потому что я нет у мусульманина, которого преследует Россия, нет у него никакой надежды на убежище вот в тех самых исламских странах, о которых ты говоришь. Поэтому мы, следуя примеру первых мухаджиров в истории ислама, первых беженцев, сахабов, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, да будет доволен своим имя Аллах, следуя их примеру, мы, они поехали в свою очередь, в свое время поехали в Эфиопию к христианскому правителю и попросили у него убежище. Мы, следуя его их примеру, едем тоже в христианскую Европу и просим здесь убежища. И здесь мы его находим. Но в исламских странах мы его пока не находим, к сожалению. Когда у нас будет надежда на то, что в исламских странах нам предоставят убежище, у Аллаха, не думая, и я, и другие поехали бы именно туда. Но, к сожалению, нет сегодня такой надежды. Нас в этих исламских странах легкую разменяют. Тумсо, добрый вечер. Как ты представляешь отделение Чечни от России и каковы последствия? Я вообще хотелось бы, конечно, представлять это так цивилизованно, нормально, какими-то политическими методами, путем переговоров. Можно даже как поэтапно, да? Ну, то есть без кровопролития, конечно, хотелось бы именно так это представлять, и именно так, чтобы это осуществилось. Но, как говорил Джахар, а Джахар, да помилует его Аллах, он был очень умным человеком, грамотным лидером. И вот он, как в свойственной себе манере, он оставил после себя очень много крылатых фраз. Он сказал такие слова, что свобода – это слишком дорогая вещь, чтобы заплатить за нее ничтожную цену, ну, так он выразился. В общем, к сожалению, история показывает, что свободу нужно добиваться кровью. И не хотелось бы, но возможно, что придется и так. Ассаламу алейкум, брат, ты мой, от души тебе и всем твоим близким здоровья. Скажи еще что-нибудь про Джафара Мусанович. Ва алейкум ассалам. Баракаллаху фика. О Джахаре можно говорить очень много и только хорошее. Алхамдулиллах, он оставил себе хорошее наследие. О нем ничего плохого не скажешь. Джахар был выдающимся человеком.
Томзо, как вы думаете, кто больше терпил, русские или чеченцы? Так, честно, лично, я думаю, что у русских это в генах вытеснено. Я бы, не знаю, не в такой форме надо, наверное, такие вопросы задавать. Потому что речь идет о народе. Надо быть аккуратнее с такими терминами. Мы, к сожалению, сейчас и мы, и русские, и все мы находимся в одинаковом положении перед властью. Все мы угнетаемы, и все мы одинаково сегодня это терпим. И я думаю, что сейчас чеченцы находятся в более тяжелом положении, чем русские. В более униженном. Не опасно ли нам быть твоими подписчиками? Ну, я вам так скажу. Здесь быть моим подписчиком, имея там аккаунт со своим именем, фамилией, отчеством и год, датой рождения, там пропиской, не нужно. Этого не делайте. Но иметь свой там аккаунт какой-то под каким-то названием, там, в этом, я думаю, нет никаких проблем. Я думаю. Ну, по крайней мере, я до сих пор еще не встретил никого, у кого возникли бы проблемы из-за того, что он там мой подписчик. Пока такого не было, алхамдулилла, надеюсь, не будет. Хорошую поговорку Барак Обама Финиш написал. Есть китайская поговорка, если долго сидеть у реки, то можно увидеть, как течением несет труп твоего врага. Будем ждать развала России, уже недолго осталось. Хорошая поговорка. Спасибо тебе за нее. سأمحو رجس الصيون انتظريني انتظريني.